Уважаемые коллеги, в эти дни внимание всего мира приковано к коронавирусу. Всемирная организация здравоохранения внимательно следит и рекомендовано странам, регионам и городам крупным в том числе принять соответствующие меры. Я хочу слово предоставить Владимиру Владимировичу Жаворонку, начальнику управления здравоохранения Казани, замминистра. Какие меры принимаются в Казани? И в целом проинформируйте нас, пожалуйста. Ситуация на данный момент для нас считается стабильной. К примеру, с 22 по 26 января мы зафиксировали 12 обратившихся с подозрением на коронавирус. Госпитализированы из них 6. У 10 человек взяты анализы для исключения нового типа вируса. Вирус исключен, диагноз не подтвержден. У 2 человек выставлен диагноз острая кишечная инфекция. Поэтому на данный момент мы продолжаем работу, бдительность не снижаем. Надеемся, что все будет хорошо. Аминь. Казань имеет прямое авиасообщение с Китаем. Кроме того, у нас много китайских студентов. Сейчас начинаются зимние каникулы, и наверняка некоторые из них захотят съездить домой. Мы должны постоянно держать ситуацию на контроле. Есть соответствующее поручение нашего президента. На контроле находятся все узловые транспортные наши пункты, и железнодорожный вокзал, и особенно аэропорт. Я прошу держать на постоянном контроле. Это та ситуация, когда лучше много раз перестраховаться, нежели пропустить вирус. Мы имеем серьезную базу медицинских учреждений, поэтому я прошу, Владимир Владимирович, держать, как начальник Горздрава Казани, эти вопросы под личным контролем. В ежедневном режиме мне докладывать новую информацию. И также предпринимаем меры в аэропортах и медучреждениях.